Привет, друзья! Ёлки-палки! Вы снова на канале «Возвращенцы». И сегодня мы говорим про озон. Сегодня я решил поставить эксперимент. Точнее, эксперимент я уже поставил. И сейчас я расскажу вам о его результатах. Что я сделал? Набрал у самов 2-литровые бутылки воды. Вот. И одну начал булькать озоном, другую поставил просто отстаиваться рядом для чистоты эксперимента, чтобы было видно, что меняется. Вот, то, что рядом вот она отстоялась, и даже сейчас после того, как она отстоялась, цвет у нее, в общем, значительно темнее получился, чем та, которая с озоном. Вот. Ту, в которой булькает озон, я вынужден его прикрыть крышкой, потому что через час работы озона тут в помещении стало невозможно находиться. Вот, озон я беру из воздуха. Озонатор у меня теперь висит вот здесь, он приехал, как можете заметить. Вот, больше кислородом я его не нагружаю. Работает от воздуха, но, в общем, как видно, работает от воздуха он тоже вполне угодно. Сейчас я взболтаю обе бутылки, чтобы было понятно, чем отличается та, которая с осадком, какая она была, и какая. Ну вот, в общем, цвет воды вы видите, да? Но я могу эту взболтать тогда. Вот. Очень интересно, что появляется какая-то пена. Не знаю, на мой взгляд, это не очень здоровый результат, но работало оно, наверное, часа два. И вот из такого становится вот такое. Из воздуха 5-граммовым озонатором, то есть 5-граммовый, соответственно, из воздуха работает, дает 1 грамм в час. Вот, охлаждается принудительно, стоит вентилятор от блока питания, снизу продувает сквозь трубу. Вот, собственно, результат налицо. Больше мне сказать нечего, делайте выводы. Озон, на мой взгляд, это очень крутое изобретение. Поджигает все, и даже осадки нету, вот, смотрите. Ну так, какой-то есть, там плавают какие-то вот элементы чуть-чуть. Ну, в общем, несравнимо с тем, что было. Ну, кстати, эксперимента ради, давайте сделаем тесты на нитриты, нитраты, аммиак. Нет, нитраты не буду делать, но аммиак имеет смысл, наверное, да? Давайте сейчас я перетащу бутылочки с того и попробуем поэкспериментировать с тестами. Ну что, вот мы за столом. Сейчас я налью из каждой бутылки по 10 мл образца и попробуем замерить аммиак аммоний. О, глаз алмаз, 10 мл. Так, первый образец. Какая-то странная пена. Второй образец. Не разлито. Разлил. О, тоже 10. Так. Тест Нилка у нас. Вот такой вот. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Откладываем. Переметаем. С цветностью, наверное, не очень корректно, потому что изначально у того цвет темнее. Ну. Так, надо не перепутать. Это светлое, это темное. Интересно, темные сразу какие-то хлопья осадки выскочили. Ну что, ждем 5 минут. Ну, а пока ждем, наверное, имеет смысл сделать еще тест на нитриты. Так.
Не крыть. 5 миллилитров по 5 капель. Так, я сейчас темную наливал. Темную вот здесь, светлую здесь, чтобы вот там было. Ты ёхан палыч. Ну вот разливать чуть-чуть. Так, а я вот забыл, какая из них какая. Вы отслеживали? Я вот что-то потерялся, наверное, видео пересмотрю. Так. Какой-то свет. Это должно быть. Вот она. Капец. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Тут я чистую ставлю поближе к себе, чтобы совпадало с теми бутылками, чтобы не перепутать. Там, возможно, я сделал так же, но... Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. На том 5 минут, наверное, прошло. Да, прошло 5 минут, и вот мы видим результат. Часть результата на столе, правда, но одна из них явно светлее, а одна из них явно темнее. Ну вот как бы здесь лучше, вроде бы. Ну, я не помню, какая из них какая. Ждем. 5 минут здесь. Здесь я запомнил, что это ближе ко мне. Кстати, она начала менять цвет. Она стала какой-то голубой. Любопытно. Ну так что чистая к себе, которая зонированная. Все, ждем. Ну вот прошло еще 5 минут. Готов тест на нитриты. И что мы видим? Вода, не обработанная озоном, вот эта, но имеет однозначно больше нитритов, чем обработанная. Вот эта. Более того, я переделал тест на аммиак-аммоний, но он пока только минуту стоит, так что через 4 минуты мы узнаем, что я там перепутал, а что не перепутал, более точные данные. Ну вот, пришло время теста аммиак-аммония. Ну тут у нас ничего не изменилось по нитритам, нитритов однозначно меньше в бутылке, которая обработана озоном. А вот с аммиаком аммонием по Нилпутскому тесту, конечно, ему там нельзя 100% доверять, но мы имеем, что здесь его как будто бы больше, чем в необработанной исходной воде. Но, возможно, ее цвет свой, оранжево-ржавый, самовый, дает оттенок, возможно, оно примерно одинаковое. Хотя фиг его знает. Если у кого-то есть понимание, почему так происходит, аммиак аммоний же не мог взяться просто так вот от того, что мы туда озон пускаем. Он не возникает из ниоткуда, да? То есть его как бы в крайнем случае осталось столько же. Больше его стать, наверное, не могло. Но, в общем, химики, объясните мне, если есть такие среди моих зрителей, эффект данный, почему у нас вот так. Все, на этом я прощаюсь с вами. Делайте свои выводы. Я озоном доволен. Заказал еще один озонатор. Будет стоять у самов, осветлять воду. Хочу не такую воду у самов, а вот такую. Мне вот такая больше нравится. Она еще, знаете, как пахнет меньше. Если вот нюхать ту и нюхать эту, от этого не воняет. А та воняет. Потому что у меня здесь как в рыбном магазине. Вот самы появились, запах как в рыбном магазине стал. Вот. Все. Я прощаюсь с вами, друзья. Пока.
До новых встреч, следующее видео.